14511.0.7.2018. Обновлено 14.46 11 июля 2018 года 8005 Москва 11 ю. РИА Новости. Экс-кандидат в президенты России, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин в среду стал доверенным лицом кандидата в мэры Москвы от КПРФ Вадима Кунина. Сегодня принято решение, и он, Павел Грудинин, прим.ред, стал моим доверенным лицом, сдал необходимые документы, он будет активно участвовать в предвыборной кампании, выступим с ним много раз перед различной аудиторией. Я думаю, что он добавит веса этой кампании, и мы убедим, что мы представляем единственную реальную альтернативу политике, которую сегодня проводит мэрия Москвы, сообщил Кумин журналистам по итогам пресс-конференции. Он отметил, что они предложат программу мэра-социалиста, который будет думать об интересах москвичей, а не об интересах бизнеса. Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. На данный момент в городской избирательной комиссии на проверке находятся документы с подписями от действующего мэра Сергея Собянина, Ильи Свиридова от партии «Справедливая Россия», Михаила Дегтярева от ЛДПР, экс-депутата Госдумы Вадима Кумина от КПРФ, экс-владельца крупной строительной группы компании СУ-155, депутата Мосгордумы Михаила Балакина,